В доме 11 по улице Крайне в поселке Управленческий соседи живут дружно. Общими усилиями стараются поддерживать и сам дом, и площадку вокруг в порядке. В 2017-м узнали о федеральной программе формирования комфортной городской среды и решили принять участие, благоустроить двор. Марина Баранова, как и многие другие жители дома, приложила руку к проекту. Именно их мнение, где что установить или заменить, легло в основу плана. Надо. А у нас дорога плохая. У нас дорога вся в ямах. Мы сколько ходили, тоже просили, но потом, видите, вот эта программа вышла. Мы в нее вошли, и, пожалуйста, вот нам. Мы очень рады. Для того, чтобы двор стал комфортным, здесь установят новые лавочки, оформят зеленые газоны, а за домом, рядом с детской площадкой, высадят деревья. Площадку для малышей тоже реконструируют. Появятся здесь и новые парковочные места, обновят дорогу. О том, какие работы здесь предстоят, главе города Елене Лапушкиной рассказала управляющая микрорайоном. Весь двор будет полностью облагорожен. Когда обсуждались с жителями все нюансы, так сказать. Вот, и даже сами жители придумали, как бы так все сделать, чтобы уменьшать газон. В этом году в Красноглинском районе преобразят сразу два сквера. Один из них прилегает к Дому культуры «Искра». В уникальном здании 52-го года постройки местная детвора занимается в кружках и секциях. Поэтому и площадку вокруг решено преобразить. Второе дыхание она получит благодаря программе «Твой конструктор двора». Еще один сквер, который облагородит, находится в поселке Прибрежный. Сквер Овчарова – это парковая зеленая зона с большой территорией. Но пока на ней расположен только каток, а местным жителям хотелось бы, чтобы здесь и летом было можно заниматься спортом. По плану в сквере появится площадка с тренажерами, а возможно и еще один спортивный объект. Совсем скоро здесь установят лавочки, урны, отремонтируют пешеходные дорожки, освещать которые будут новые фонари. Обновят газон и посадят новые кустарники. И скверы, и двор в Красноглинском районе обретут новый облик уже в этом году. Мария Левина, Максим Гусев, «События».